Всем добрый день. Сегодня у нас на обзоре мини-микрофон Andwer EY630A, который необходим для смартфона как внешний микрофон, то есть непосредственно возле смартфона. Ну и поставляется вот в такой вот упаковке полиэтиленовой, внутри которой находится непосредственно сам микрофон. То есть такого вот он черного цвета, позолоченный штекер, 4 сектора специально для смартфонов, потому что там гарнитура идет обычно с наушниками и микрофоном, чтобы он определялся. Так, шапочка из поролона снимается, металлический корпус. Так называемая ветрозащита. Но лучше ветрозащиту не из поролона, а все-таки из шерстяной ворсистой, чтобы лучше предохраняло. Здесь сеточка металлическая. Так, обратно он устанавливается. Ну и если у вас есть смартфон, есть у меня мини-джек здесь. Вот он так сюда вставляется. Ну и осуществляет более комфортную и качественную запись по сравнению со стационарным микрофоном, что я сейчас и продемонстрирую во время записи. Смотрим. Итак, давайте проверим микрофон. Так, ну сначала мы проверим микрофон внутренний смартфона, который используется. Вот мы сделали запись. Так, и сейчас микрофон телефона находится от меня, ну, где-то на сантиметров 80 от головы. Так, сейчас 1, 2, 3 проверка микрофона телефона. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот мы приблизили его совсем близко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Проверка микрофона непосредственно телефона. Так, ну и давайте то же самое сделаем с проверкой непосредственно уже внешнего микрофона. Который установим. Итак, включаем запись. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка внешнего микрофона Andwer на смартфоне. То есть сейчас он тоже находится от меня где-то 8 сантиметров. Так, ну и приближаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Промерка микрофона внешнего Andwer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Проверка микрофона. Проверка микрофона. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Так, ну и вот такие вот получились результаты. Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, удачных распаковок покупок. Ну и до следующих видео с распаковкой. До свидания.